Если бы эти моменты не сняли на камеру, вы бы никогда бы в это не поверили. В сегодняшнем выпуске Топ Факт самые эпичные моменты невезения, которые когда-либо были сняты на камеру. Перед началом советую вам подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы не пропускать все наши новые топовые выпуски, которые, кстати, сейчас выходят абсолютно каждый день. Так что заряжайтесь нашим настроением, улыбайтесь, наливайте чаек, садитесь поудобнее и приятного всем просмотра. Погнали! У меня два вопроса. Кто это будет убирать и кто ему купит новые кроссовки? Видимо, контакт между мужчиной и женщиной никогда не станет хорошим. Да-да-да, все то же самое. Хотя нет, у парней, походу, с этим тоже не все окей. Вы тоже сейчас почувствовали боль? А потом удивляются, что в блюдо попадают волосы. Это явно позабыла, что ей уже не 10 лет. Что? Да уж, не лучшее время выбрал этот вор. Неужели нельзя было подождать окончания дня? Мне кажется, или тут собака больше испугалась. Парень явно играл в домино. Как говорится, любишь пугать, люби и получать по морде. Парень доставил посылку, сфоткал ее, дабы доказать, что доставил, и забрал ее себе. Надеюсь, что он просто перепутал дом. А тут вместо того, чтобы машиной поднять наверх катер, все пошло наоборот. Ой, ну что, решай, что тебе важнее, бежать налево или направо? Я не знаю, что и сказать, крепись. Она реально хотела догнать собаку. Кстати, а кто тут кого еще выгуливает? Ну, бывает. А у этого дома, видимо, появились новые хозяева. Да и, в принципе, у этого тоже. Беги, женщина, беги.
Да, и правда, виноват во всем байк. Моментальная карма для парня и для собаки. Знаете, а так всегда, идешь себе с хорошими мыслями, кайфуешь, а потом бац и упал. И вот казалось, да, что тут может пойти не так? Надеюсь, у него просто отказали тормоза, ибо сложно было подождать пару секунд. Мужику в зеленом-то, конечно, повезло, вот только что он теперь скажет хозяину машины? То, что она упала? А эти только что лишились своей работы. А тут каким-то невероятным образом вора прогнал... Кто? Обычный пикап. Это самонаводящееся оружие или что это такое? Думаю, что абсолютно все хоть раз допробовали вот так вот покружиться вокруг себя, но у кого-то все идет не совсем по плану. У меня появилась только куча вопросов. Что это было и зачем? Ребята отдыхали в бассейне и ничего не предвещало беды. Как вдруг... А роботы-пылесосы и вовсе владеют бесконтактным оружием. Вот и настало время искать новую работу. Так, ну что, друзья, это были самые интересные моменты невезения, снятые на камеру. Если вам эта рубрика нравится, то дайте об этом знать в комментариях, также не забудьте подписаться на канал Top Facts и посмотреть все предыдущие выпуски рубрики Top Facts Black, которые прямо сейчас появились на вашем экране.